Первое – это, конечно, ваше позиционирование и ваше уникальное торговое предложение. Если мы говорим про позиционирование, это нечто более чуть глобальное, чем УТП. Это ваша позиция на рынке, то, что характеризует конкретно вас как компанию. Для уникального торгового предложения, которое вы будете размещать у вас на сайте, выберите 2-3 ключевых момента и максимально конкретно их опишите на сайте. И именно 2-3 ключевых момента, которые важны вашим потенциальным клиентам. То есть, когда человек будет попадать к вам на сайт, он будет в первые секунды составлять мнение о вашем сайте и принимать решение, остается он сейчас здесь или он будет сейчас ходить по другим сайтам и уйдет, соответственно, к вашим конкурентам. Поэтому ваша задача — выделиться и привлечь его внимание.